большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В пятницу в Самарской области пасмурно, местами осадки в виде снега, температура воздуха в дневное время -5-7 градусов, ночью 6-8 ниже 0. Ветер южный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега, днем 5 градусов с минусом, ночью также 5 ниже 0. Ветер южный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти тучи и снег, днем -5 градусов, ночью -6, южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой снег, днем -6, ночью -7 градусов, ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 84%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.